Встречайте, поздравляйте маму. Первым ребенком, родившимся в Альметьевске в новом 2020 году, стал мальчик. Он появился на свет днем 1 января. Вес 2 килограмма 570 граммов. Малыш родился в семье Петровых из села Ерсубайкино. Мальчика назвали Тимофеем. Состояние стабильное, удовлетворительное. Сегодня выписывается в домашние условия. Выписка прошла торжественно. Поздравили родителей, руководитель исполкома района Марат Герфанов и руководитель управления здравоохранения Вера Головина. Родителям вручили свидетельство о рождении ребенка, памятный знак к столетию образования ТАССР и подарки. Вы практически первый, кто в нашем районе получает такую награду, торжественную, такую символическую, от имени правительства республики, от имени президент нашей республики Александра Григорьевича Никонова. Событие радостное. Сын родился, второй сын. Так как бы я тоже с братом рос, всегда играли, как говорится, и тоже мечтал, чтобы у меня 2 сына было. Я думаю, для каждой женщины очень важное событие. Кроме Тимофея, 1 января в Альметьевске родились еще 3 малыша. 2 девочки и мальчик. Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.